Всем привет! Сегодня мы с вами попытаемся разобраться в назначении спортивного питания. Какие его виды бывают и что для чего принимают? Как бы поднабрать, а? Если тебе тяжело набирать вес, то тебе нужен гейнер. Интересует набор чистой мышечной массы, тебе нужен протеин. Чтобы улучшить восстановление после тренировки, нужны аминокислоты. Хочешь быстрее худеть, помогут жиросжигатели. Хочешь упругое тело и блестящие волосы, тогда тебе нужен коллаген и омега-3. Хочешь есть сладкое, но без боков на талии, для тебя протеиновые батончики. А для силы что есть? А для силы креатин. Более подробно об этом всем и каждом смотрите в следующих выпусках.